Доброго дня, дорогие подписчики! Все, кто с нетерпением заходил на канал в течение этого года, когда Труфанов куда-то пропал. За прошедший год прошла куча событий, даже само название канала в YouTube, да и в других ресурсах, как вы сами видите, изменилось. И нахожусь я в совершенно непривычных интерьерах, от которых, вероятно, вы отвыкли. Сегодня знаменательное событие. Сегодня мы всей командой возвращаемся на YouTube и в другие социальные сети, на случай, если YouTube все-таки заблокируют. Сменилось намного больше, чем название канала. Сменился город, сменилась форма, сменились проекты, сменилось очень-очень много всего. В такое динамичное время, как сейчас, это неудивительно. Но в самом скором времени я отвечу на кучу важных вопросов, которые вы непрерывно писали в комментарии под видео. Что за автоцентр и где мы открыли? Что с проектом «Полуторка» и в какой он стадии? Что это за город? Что это за место? Почему Труфанов вовсе не Труфанов? Вот обо всем этом совсем скоро узнаете. Ждите продолжения, подписывайтесь и следите за новостями. Будет очень-очень интересно.